Начинается игруха, да? Веселье и азарт. Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Evil Whitehand. Как, я не знаю, как правильно считается. Но тем не менее, вот в нее мы и продолжаем играть. Так, у нас как по традиции всегда в настройке. Управление. Не знаю, почему управление сбрасывается. Да, вот так. И продолжить. Ой, так. Зерно прорастет. Я зерно простаты чуть ли не прочитал. Давай. Что видно? Господи, вон ходит один. А их, кстати, не убить так это. Без палева к ним не подкрасться. Так, ладно. Что, совсем дебил. Так. Ой. Ладно. У нас там ясненько, понятненько. Господи, все, три патрона я потратил на них гораздо больше. Ага, то есть это одно и то же, понятно. А ну хотя линейная игра то на что я рассчитывал. Так дело не пойдет. Так, где у меня? Пока есть возможность, лучше уж воспользоваться, потому что навряд ли я сюда обратно приду. Да что это мать-то? Давай, подожгу тебя. Посмотрим, что с тебя можно взять. Знай бы еще, в каких трупах что есть. Каких ничего нету. Да. Так. Ну как вы запарили? Горите, падлы. Так, только давайте-ка посмотрим. Тут у меня ничего нет, тут тоже. Давай теперь ты будешь двоечкой. Стой. Собираем. Всех их вместе соберем. Соберем. Кстати, узнал, что наконец-то финальная серия покемона вышла. Правда, не знаю, чем это закончилось. Поэтому... Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оставь кота. Он хорошо там лежал-то, Ксюша. Тебе его не жалко, что ли? Я понимаю, что у вас любовь. Тем не менее, я не
Не надо его тюркать. Хорош. Иди вот зал. Ну что ты делаешь? Кошака. Взрыв. Он в зал хотя это тут просто таскать, чтобы понежиться. Пойдем. Так. Давай попробуем, что из тебя выйдет. Вообще ничего. Плохо. Не, 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 не тот. Вот этих вот дохренища. Зарядка у него там. Это я не понял. Вот эти стреляют без чего-либо участия. Ой-ой-ой, так надо пробегать, так я понял. Минутку. Так, инструментов мало. Эй, заморозка только одна. Беги тогда уж. Ага. Что мы тут видим? Господи, у меня что-то с патронами, это проблема вообще. Ну как проблема? Беда, я бы даже сказал. Пролазь. Интересно, сколько эта игра длится-то, по идее, так? Сколько эпизодов? Так. Ладно, начнем с простого, вот с этого. Что тут есть? Ага. Давай слушаем. Подопытных 25 и 33, а теперь еще и номер 55, обнаружена аномальная мозговая активность. Общим фактором у всех трех является диссоциативное расстройство идентичности. Эксперименты на префронтальной коре привели к разрушению чувства идентичности. Были и неожиданные результаты. Суицидальные мысли альтернативных личностей, выраженные в виде атак на основную личность. По мере того, как угасало самосознание, начался своего рода стазис. Словно кто-то сшил двух существ, и теперь они вынуждены жить вместе, ненавидя друг друга. Восхитительно. Чего восхитительного-то, блин? Нет. Даже не знаю, жалеть это или нет.
На! Давай сюда! Твою ж мать! Да! Еще! Какие-то то ли дети, то ли какие-то... Блин, что за шпарки-то? Да! Не. Подожди. Вот так. Вот он. Иди сюда. Так, гаденыш, блин. Так. Здесь у нас что-то ничего нету за стеной. Так, ладно. Сколько патронов осталось-то у нас там? 2 патрона. 2. Загон их он прямо. Надо будет опять их топтать. Этих мелких дурей, я даже не знаю, как правильно их назвать теперь. Понятненько. Сзади ворота закрылись, нет? По-моему, да, вон. Скорее вылезли, нет? А, нет. Понятненько. Не выходит. Вот поехали до сюда. Не выходит ни черта. Все ж моя орда, сволота позорная. Да. Да. Так. Все, все. Крысы мертвые только остались. Подождите, не то зарядил. Вот эту надо было. Подожди. Никто не убежит. Вот он.
Собрали. Блин. На. Пролазь. Пролазь, пролазь. Не стесняйся. Проходим. Господи, ты, наверное, быстро не может быть игра сама по себе по прохождению. Я битва должна быть с этими умника, еще три там должно быть. Это вообще кошмар. Сюда. Понятненько. Ладно. Тут ничего такого нет. Записка из пещеры. Я зашел слишком далеко и, конечно, попал в ловушку. София столько раз просила меня остановиться. Но я так хотел еще на шаг приблизиться к истине, я знал, что будет трудно, но я же был так близко к разгадке. Я обратил внимание, что из-под двери немного дует. Наверное, она ведет наружу. Пластина, которую я нашел, похоже, подходит к углублению. Возможно, это ключ, но какой стороной его вставлять? Вероятность 50%, а я хожу здесь уже целую вечность, не в состоянии сделать простейший выбор. София, если я выберусь отсюда, то обниму тебя и скажу, что ты была права, я никогда не отпущу. Но если так не сделал, по-другому сделай. Так, ладно. Так. Мы поймем в себя ключ. Или что там у тебя есть? А смотри. Не понял. Это они обратно зашли. Окровавленная пластина. Странная каменная пластина. С обеих сторон вырезаны лица. Одна сторона в крови. Так. Вот какая сторона-то нам нужна? Так, стрелки. Крови. Значит, он вот так вставлял, и кровь его забрызгала. Значит, надо вот так вставить. Вот так, правильно. Потому что кровь, его же, когда убила, кровь уже брызнула на пластину. Вот тебе и логика. Все думают, зачем она нужна. Зачем в школе учиться. Да хотя бы только ради вот этого, чтобы не быть тупой курицей. Простое логическое умозаключение. Да, голова не для того, чтобы в нее есть или чтобы шапку носить, а чтобы еще и думать иногда. Так, это какой-то что, в прошлое попадаю? Что за волны расходятся? Я попаданец? Ну да. Ага, я только в больницу попал. Ну ничего страшного, ладно. Фрагмент. Вот так зашел, фрагмент взял случайно. Да.
Ну да. Вот так вот по больнице бы хрен. Хотя было, да, дело. В Екатеринбурге была там зеленая роща и там заброшенная больница. Вот там тогда я лазил. Было дело. Приходилось. Ну, смотрим. Док. Док, что за хрень творится? У нас нет времени. Нужно обратить процесс, только так мы сможем его остановить. Кого? Этого Рувика? Кто он такой? Извините, мне надо кое-что найти. Я не смогу помочь, если вы будете темнить, док. Ведь вам нужна помощь. Он. Мы. Мы работали над одним методом. Как бы это сказать? Это как объединение разумов. Сознание на электрохимическом уровне делятся всем. Эмоциями, воспоминаниями, ощущениями. Напрямую. Это уникальная разработка. Она изменит психологию, фармацевтику, да и сами сознания. Серьезно? Это же ебаный кошмар. Я не говорил, что система идеальна. Особенно при таком... коллективный разум. ...нестабильном хозяине. Супер. Значит, ваш коллега псих. И мы все у него в голове. Не совсем так. Нет. Все мы вносим свой вклад. Но сознательно влияет только он. Что ж, если вы его знаете, что ему нужно? Ну, это просто теория, но... По-моему, он хочет нас убить. Конечно, вы дадим эксперимент. Конечно, он вас убить хочет. Мосс. Включи проволоки. Поставь кота. Поставь кота. Доктор? Динозаврик. Хорошенький. Беги. Беги. Так. Опа, что-то подобрать? Я подберу на всякий случай. Читаем. Записка из лаборатории. Подопытный 18. Подключение начало процедуры. 2.45. Замечена аномальная мозговая активность. 2.58. Остановка сердца. Реанимация невозможна. Подопытный 19. Подключение начало процедуры. 1.24. Замечена аномальная мозговая активность. 1.48. Остановка сердца. Реанимация невозможна. Подопытный 20. Подключение начало процедуры. 1.43, замечена аномальная мозговая активность, активация так, реанимация невозможна, подопытный так, мозговая, остановка сердца, реанимация невозможна, подопытный так, реанимация невозможна, подопытный 23, подключение начало процедуры, так, 3.31, замечена аномальная мозговая активность, пульс, частота дыхания, кровяное давление, температура повышаются, подопытный пришел в сознание, стабилизация жизненно важных функций, наконец, короче, получилось у них. Даже не знаю, порадоваться за них или как. Блин. Здесь у вас что? Ну давай еще раз прочитаем. Дневник Себастьяна Кастеланоса, 16 июня 2009 года. Утром мы впервые отвели Лили в детский сад. Она смелая девочка, быстро привыкает к новой обстановке. Три последних года для Майеры благословили ее Господь, были нелегкими. Заботиться о маленьком ребенке – это ведь тяжелая работа без выходных и отпусков. Наконец-то Майер получит передышку, то есть вернется в полицию, в отдел розыска пропавших людей. Исчезновений все больше и больше. Если как можно быстрее не выявить их причину, скоро и свидетели не останутся, все исчезнут. Конечно, я преувеличиваю, но все-таки в Коммерсон-Сити творится что-то неладное, и это нужно прекратить. А Майра в этом поможет, она отличный специалист и просто счастлива возможности снова заняться любимым делом. Так, ладно. Здесь у нас что? Что, через плечо? Ладно. Господи! Твою ж мать! Это я даже не знаю. А, это подождите, это то, которое противоречит там друг с другом.
зерно прорастет. Так, я понимаю, что мне биться с ним не надо. Так, берем. Все. Берем бутылочку. И это берем. Давайте. Сваливаем отсюда. Опа. Давай, 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 беги, беги, беги. Успел. Да только их двое было. Господи, эта тварь уже здесь. Мы его не трогали. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Это какой-то эпизод был короткий, конечно, но тем не менее, вот эту тварь, которая сейчас изображена на рисунке, я должен буду как-то убить. Ну что ж, пока.